Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете состоялась международная научно-практическая конференция на тему «Социально-правовые аспекты профилактики семейно-бытового насилия в отношении женщин». Конференция состоялась в смешанном формате, поэтому в ней смогли принять участие более 50 человек из Казахстана, России и Кыргызстана. Социально-правовые аспекты профилактики семейно-бытового насилия в отношении женщин. На такую тему в Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете состоялась международная научно-практическая конференция в смешанном формате. Организаторами конференции выступил научно-исследовательский центр «Актуальные проблемы юриспруденции юридического факультета КазГИУ». Тема бытового насилия актуальна не только в Казахстане, но и во всем мире. Проблема бытового насилия отражается не только на женщинах, но и на девушках и детях. Поэтому важно предупредить последствия. На конференции мы не только обсуждаем этот вопрос, но и ищем законные пути предотвращения бытового насилия. В обсуждении актуальных проблем бытового насилия в семье приняли участие более 50 представителей различных сфер жизнедеятельности не только Казахстана, но и России и Кыргызстана. Среди них были опытные эксперты, ученые в области психологии, педагогики и права, общественные деятели, представители правоохранительных органов и судебной системы. Одним из обсуждаемых вопросов является проблема профилактики бытового насилия в отношении женщин. Одной из проблем, о которой сегодня много говорят в стране, является предотвращение бытового насилия. Для этого в целях усиления гендерной политики в стране вносятся изменения во многие нормативные акты. В том числе вопрос, который будет обсуждаться на конференции, есть ли необходимость в профилактике. Участники международной конференции отметили, что тема бытового насилия действительно является актуальной проблемой в обществе. Поэтому были обсуждены вопросы социально-психологического аспекта, конституционные основы и семейно-правовые гарантии защиты прав женщин, административно-правовые меры профилактики и пресечения бытового насилия. Я как отец, как муж, что тоже, значит, у нас стремлюсь к тому, чтобы, значит, наши дети, значит, вот, которые растет наше будущее поколение, они не знали именно бытового насилия. Естественно, мы своей гражданской позиции мы выступаем против этого бытового насилия, значит, и стремимся к тому, чтобы, значит, в нашем обществе, значит, была открытость, значит, тех всех мероприятий, значит, по выявлению тех агрессоров, которые занимаются бытовым насилием. Цель проведения международной научно-практической конференции – не только обсуждение проблемы, но и поиск его решения. Поэтому по результатам конференции рекомендации ученых и практиков будут направлены в Сенат парламента Республики Казахстан. Бакытгүл Казиз, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».